Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Если вам интересны токены NFT, виртуальные технологии и способы заработка на них, тогда уверен, что вам будет интересен один очень крутой проект. Он может полностью перевернуть ситуацию с NFT и прочим цифровым контентом на рынке и обнулить мошенников, обманывающих вас. Итак, этот обзор я посвящаю проекту Numbers Protocol. Кстати, его инвестором выступает известный всеми Binance. Что же это такое и зачем он вообще появился? Все просто. Вы знаете, что рынок цифрового контента переполнен мошенниками, которые зарабатывают состояние, обманывая пользователей. Особенно это характерно для NFT, где масса подделок, а клиенты покупают NFT картины, думая, что им продали крутой и уникальный продукт. На самом деле продают подделки, но получают за них десятки тысяч долларов, а вы приобретаете NFT, цена которого 1 доллар. Ну и как с ними бороться? Вот как раз для восстановления доверия к цифровому контенту и создан проект Numbers Protocol. Рассмотрим его механику и способы борьбы за уникальность и ценность цифрового контента. Если посмотреть техническую документацию, то согласно ей, Numbers Protocol – это децентрализованная сеть, сочетающая в себе технологии Web 3.0 и приложения, решающие проблемы доверия к цифровому контенту, в том числе и NFT. Если сказать простым языком, Numbers Protocol – это платформа, которая создана на принципах Web 3.0. Web 3.0 будет трендом в этом году, потому что позволяет изменить сеть интернет, делая его более децентрализованным, чем существующий Web 2.0. С Web 2.0 сейчас очень много проблем, от цензуры до технических ограничений приложений. Решить их обычными способами уже нельзя. Вот и появился Web 3.0. Команда Numbers Protocol решила стать лидерами в области продвижения Web 3.0. И полностью вернуть доверие со стороны пользователей ко всему представленному цифровому контенту. Ну и как же Numbers Protocol хочет его возвращать? При помощи своих приложений, которые по достоинству оценили в Binance и выделили под них немалые деньги. Итак, на основе своей децентрализованной сети, основанной на Web 3.0, команда разработала несколько приложений. Их объединяет одно – можно проверить уникальность контента, оформить авторские права на него и, конечно, заработать на них. Приложение превращает фотографии, видео, NFT в цифровые контейнеры, содержащие в себе подписи автора, права собственности и информацию о создателе. Они позволяют вам понять и проверить, подлинное это искусство или подделка. Первая из них – это Capture App. По своей структуре это блокчейн-камера, созданная для Web 3.0, и одновременно еще и камера NFT. Ее создали для того, чтобы вы могли зафиксировать свое право собственности на контент. Все данные здесь хранятся в блокчейне. Захотели – посмотрели их, когда пожелаете. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store. Еще есть приложение Sell API. Это набор инструментов для тех, кто создает и регистрирует свои активы и приложения в сети. Интерфейс очень дружелюбный. Если вы разработчик, вы быстро разберетесь с ним. Очередное приложение – это Trace Site. Его спроектировали специально за тем, чтобы любой пользователь мог посмотреть информацию о том, кто создал цифровой контент. А если хотите, можете и сами с его помощью оформить авторские права на свой контент. Теперь ни один мошенник не сможет сделать так, чтобы присвоить себе ваше авторское право. И главное, на чем сосредоточилась команда, так это на NFT. Именно здесь больше всего обмана. Ведь очень трудно узнать, действительно ли произведение NFT уникальное и ценное. Сколько уже было жалоб от клиентов, что им продают якобы ценные NFT творения. Деньги отдают за пустышки. Хорошо, что сейчас появилась поисковая система NFT. Ее фишка состоит в том, что вы загружаете в нее NFT, и перед вами вся ее история. Кто ее создал, кому продал, где продал, все узнаете о нем. То есть вы будете в курсе того, стоит ли покупать NFT, кто его автор и так далее.
С появлением поисковой площадки NFT от Numbers Protocol доверие к цифровому контенту наконец-то удастся восстановить. Вместе с поисковой площадкой команда предлагает воспользоваться Capture Club. Это торговая площадка NFT. Она обеспечивает сохранение подлинности контента. Вы можете сделать свою фотографию и разместить ее на Capture Club. Также Capture Club поможет вам проверить историю NFT, создавая для них записи в блокчейне. Вот такие приложения представлены в Numbers Protocol. Таких еще никто не создавал, и их ценность по достоинству уже оценило сообщество. Но, конечно же, одними приложениями Numbers Protocol не ограничивается. В экосистеме есть и токен NUM. Всем владельцам токена предоставляется возможность с его помощью оплачивать услуги в сети. Уже сейчас токены торгуются на таких площадках, как KuCoin, Pancake и Uniswap. На данный момент цена токена NUM находится в районе 85 центов. Максимальный запас токена составляет всего 1 миллиард. Больше всего токенов потратят на вознаграждение пользователей и стейкинг. Это 27% из общего числа. На частную продажу ушло 17%, на публичную 3%. На ликвидность 10%, на маркетинг менее 1%. На развитие экосистемы уйдет 22%, команда заберет себе и советникам 17,5%. Numbers Protocol предлагает заработать токены путем стейкинга и получения наград за проверку контента. А когда он будет включен в этом году в листинг 10 лучших криптобирж, его ценность еще больше возрастет, поэтому рекомендую прикупить его сейчас. Также скоро они выкатят крутые новости по сжиганию и выкупу своего токена. И как вы все понимаете, это тоже, только с положительной стороны, повлияет на цену токена NUM. По поводу дорожной карты, могу сказать, что будет обновление функций приложения Capture, поменяют общий дизайн сайта, будут оформлять партнерские отношения с другими компаниями, проведут мощную рекламную кампанию, а через год представят еще больше обновлений Numbers Protocol. В итоге еще раз отмечу, что Numbers Protocol действительно возвращает доверие к цифровому контенту и NFT. Благодаря ему вы можете быть уверены, что купите уникальный NFT. Ну а если хотите заработать еще больше, то покупайте токены NUM и получайте награды за активное участие в проекте. Также не забывайте подписываться на соцсети Numbers Protocol, которые вы найдете в описании под этим видео. Ну а у меня на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита. И всем пока!